Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Представлю вашему вниманию электрический чайник Xiaomi Q-Cooker Kettle. Рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Новый чайник O-Cooker приносит современную жизнь, эстетику и красоту былых времен с ее матовыми цветами, хромированными кнопками и округлыми линиями корпуса. Его дизайн полон чистоты и цвета, возвращающих приятные воспоминания. Расположенный на корпусе чайника круглый термометр напоминает измерительные приборы в старых автомобилях, и подобно им он также производит впечатление высокой прочности и надежности. Термометр в режиме реального времени показывает температуру воды. 70 градусов подходит для приготовления сухого молока, 85 градусов – отличная температура для чая, 100 градусов – безопасная температура для обработки питьевой воды. Для покупки доступна версия продукта с термометром и без него. Корпус чайника полностью выполнен из безопасной для продуктов нержавеющей стали сорта AICI-304, не боящейся высоких температур и легко поддающейся очистке. Кроме того, нержавеющая сталь не издает неприятного запаха и длительное время сохраняет свои свойства. Чтобы изготовить внутреннюю капсулу чайника, нержавеющая сталь AICI-304 подвергается резке, формовке, штамповке и прочим технологиям обработки. Получившаяся капсула отличается превосходной устойчивостью к коррозии и химическому воздействию. За ней легко ухаживать, и она прослужит вам долгие годы. Английский контроллер температуры Strix был многократно испытан на долговечность и устойчивость к высокому напряжению. Его высокая точность работы обеспечит вас горячей и полностью безопасной водой. Высокая мощность позволит быстро нагревать воду. Достаточно всего 4-5 минут, чтобы вскипятить сразу 1,7 литра. На чайнике и подставке нет сложного пульта управления со множеством кнопок и переключателей. Достаточно залить воды, нажать на единственную кнопку, и через пару минут можно будет заварить себе чай или кофе. Простая конструкция без лишних деталей. Подставка для чайника позволяет свободно поворачивать и ставить его в любом удобном месте, а сама подставка не скользит по поверхности благодаря трем силиконовым ножкам. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Довольно шумно закипает. Китайская вилка с переходником не в любой интерьер кухни подойдет. Медленный, поверхность нагревается. Короткий шнур. Корпус нагревается. Нет шкалы, показывающей количество воды. Нет переходника с евровилки. Теперь перейдем к положительным. Термометр. Обычная крышка без кнопок и клавиш. Видно температуру воды. Внутреннее пространство полностью из нержавеющей стали. Ретро-дизайн. Стильный, качественный металл. Приемлемая цена, дизайн чайника. Тихий нагрев, скорость нагрева, устойчивость. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Уделите немного времени обратной связи, поучаствуйте в обсуждении в комментариях и не забудьте поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. На этом обзор подошел к концу. Всем спасибо, до скорой встречи на канале «Правильный выбор».